2% классов в уральских школах закрыты на карантин из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Нужен ли в такой ситуации дистант для учеников? Об этом мы спросили первоуральцев. Нужен, наверное. Я думаю, что да, дети тоже должны быть в безопасности. Мне кажется, что не стоит. Потому что какие-то люди, им это хорошо, они дома сидят, они внимательно этим занимаются. А какие-то, мне кажется, совсем... Ну, в школу не ходите, хорошо. У меня ребенок в 10 классе. Пусть отдыхает, научится еще. Против дистанта. Первый класс, какой может быть у них дистант? Никакого. Дети одни дома сидят. Так что мы хотим учиться и ходить в школу. У меня брата просто в школе учится, и когда их переводили на дистанционное обучение, трудностей, в принципе, не возникло, как со стороны учителя, так и с его стороны. Взаимодействие было организовано хорошо. Ну, мне кажется, пожелание все-таки.